Ехали-ехали мы со Светой и завитали в место Кам'янець-Подільський. Всем привет! Привет! Из Кам'янець-Подільський. Так, мы мандруємо до замку, до старого замку. Надеемся, да. Пойдем дальше. Турист. Это да, такой, как мы. Раз. Это такой дядька, как мы. Дальше. Вот такой вот дядька турист. Снимаем красоту города Кам'янець-Подільський. Ну а сами мы мандруем к старому замку. Кафешки. Запашна. Карасі в сметане. Света. Гаманець с грибным соусом. Пішли. Вот такие приколы. Это кофемолка. А это тоже типа кава. Кому-то звонишь? Кто? Короче, мы идем. Это вот вот такая краса. Мы идем вниз. Ворота. Брама Руська называется. Під брамою кафе. Вот он старый замок. Город Кам'янець-Подільський. Тоже крепости какие-то были оборонительные. Смотри, как замок расположен, видишь, как он, как вокруг вот каньон, он наверху, то есть он был, ну, дело неприступным, ага. Это был неприступный замок. Класс. Ну, пойдем в замок. А то вон тоже ворота какие-то, видишь, там опускались, типа поднимались. Красиво. Пойдем в замок. Давай, давай. Кам'янець-Подільський с моста возле замка. Что-то Света пальцами показывает. Куда? А, церковь. Thank you.
куда это мы попали? Кабинет Подольский. Замок старый. Подольский. Подольский. Подольский замок. Мы попали. Красивый город. Это старый город. Вот тут, вот я понял, здесь вот где крепость была. Это старый город. Ратуша видна. Церкви. Он небольшой, кстати, этот был. А потом все вот это вокруг него расстраивалось, расстраивалось. И получился большой город. Боргова яма. Якщо були борги, кидали цю яму. А як же вона продавала, якщо ми там все время сиділи? Не отдаст. Не отдаст. Шли. Вон пушки стоят. Одни дырки, одни пушки стояли тут с ружьями. Походу охранялась она хорошо. Да как строили? Сказали построить вот так. Думал, что был проект. Но охранялась хорошо. Там каньон. Черная цистерна. Тут мастерят. Пошли. Наверное. Дьюча. Такая атмосфера, такая атмосфера среди замка, в самом замке, внутри замка. Там, походу, сидели дозорные солдаты, лишь не смотрели, ходили там, переходили, окна такие оборонительные. Тут выставка продажи всяких разных, кативни. Вот мы сейчас со Светой сейчас ходим в кативню, и туда надо сходить. Технологии минулого. В ході екскурсії демонструються принципи і механізми. Забудьте технології. Ага, тут треба гроші платити, я розумію. Катівня. Тут башні всі. Тут, я думаю, що тут бограчі, хірограчі, все остальное. А? Пошли в катівню посмотрим. Ну, вот така атмосфера внутрі замку. Стана, ну ти відчуваєш? Що-нибудь інтересне? К минулому, да, прошлому. Пойдем в катівню посмотрим. Сейчас зайдем в катівню. Короче, здесь это был вид на крепость, а здесь охранялись. И вот таких смотровых окон, пули непробиваемых. С
целый-целый коридор. Вот вышка сама. Здесь вот свет, слышишь? Здесь тоже были, вот видите, пол вот такой вот. Они сюда заходили, смотрели еще выше. А? Ты представляешь, что здесь делалось когда-то? Зимой здесь было холодно, но все равно охраняли в любое. Тревая кись ремонт. Поднимаемся. Все выжим. Геша, куда же ты? Жду. Да. Жду. Вот. Здесь сохранилась замковая артиллерия, пушки, ядра, еще какие-то штучки, дрючки, непонятно. А-то, наверное, все-таки ядра были, калибр. Поджигательные штучки, лестница. Такие лестницы были. Прям артиллерийская пушка. Ну, катали их как-то, Света. Катали, делали. А вот для большого ядра. Вот это, видишь? Мортар называется, гармата. Сюда закатывают. А тут сколько дальности? А сюда маленькие ядра, они далеко летали. Видишь? Они же отливались. Я думаю, что они медные, эти пушки. Видишь? Чтоб медный он к нагреванию, наверное. Тебе понравилось? Да, путешествие. Прикольно. Да. Старвина такая. Улочки некоторые на львовские Сейчас есть время как раз все это дело посмотреть. Ну да. Ну вот. Стена, да? Бачишь? Да. Были в замковом колодце, смотрели. Продумано все было. В то время. 17 век или какой-то мой. Ну тут, смотрю, город охранялся, видишь, как вот тут вот полностью, вот эта стена, она охраняла вот старый город. Ага, вот же там называют, Брама. Замковый мост. Здоровая конструкция.
Это же все складывали, свет из камня. Брали камень из карьера и складывали его. Поприветствуй. Скажи привет, Ленчик. Привет, Ленчик. Гуляем. Я думаю, что это ратуша. Звоны бьют, да?